Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com, и сегодня у нас на тестах недорогая акустическая система формата 2.1. Это Defender G18 с рекомендованной стоимостью 3700 рублей. Комплект включает пульт дистанционного управления, пару сателлитов, основной блок, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Основной блок тут выполнен в корпусе из МДФ. Он относительно компактный, требуя ограниченное место под размещение. Динамик динаметром 4 дюйма расположен на основании. Диапазонного воспроизведения от 40 до 200 Гц. Для его корректной работы стоится буфер на высоких пластиковых ножках, отверстие фазного метра справа. На тыльной стороне доступны стереовход и выход. Используются RCA разъемы. В комплекте предусмотрен переходник на классический аудиоджек. Кабель FM антенны несъемный. Есть встроенный LED-дисплей, выводящий информацию по текущему статусу и параметрам воспроизведения. Под ним стилизованный в виде буквы X блок, расположен в центральной части барабаном регулировки. По периметру 4 механические кнопки с нанесенной информацией. На верхнем торце полноразмерный USB и слот для карты памяти формата SD. Расположение удобное. Управление продублировано на комплектном пульте. Оно интуитивно понятное, питается от обычных батареек, хватает надолго. Сателлитов Defender G18 выполнен в виде усеченных сфер на ножках. Основным материалом выступает черный пластик. 3-дюймовый динамик расположен под углом в центральной части, островок с логотипом производителя. Соединяются колонки с помощью кабеля с RCA разъемом. Он съемный, хватает запасом для удаленного размещения сателлитов. В отличие от более дорогих систем, тут установлен модуль Bluetooth 5.0 с увеличенной дальностью подключения и сниженным энергопотреблением. Актуально с учетом того, что чаще всего подключается портативное устройство, и для них улучшение автономности не будет лишним. Соединение без каких-либо отличий от стандартной процедуры. Проблем с качеством передачи звука замечено не было. Есть встроенный MP3-плеер, записать треки для Defender G18 можно будет на карту памяти или флешку. Распознаются файловые системы FAT и FAT32. Считываются треки во вложенных папках. Переключаться между ними можно с помощью встроенных на корпусе кнопок или пульта управления. Дополнительно к нему проводное подключение под ноутбук, приставку, компьютер или даже, например, смарт-приставку кабельного провайдера доступен и FM-тюнер. С внешней антенны ловит хорошо. Сейчас предлагаю оценить качество звучания. По звучанию огрехов нет, звучит неплохо, подойдет для вывода разнопланового контента, включая музыку, подкасты, фильмы и игры. Присутствует запас по уровню максимальной громкости. Defender G18 станет хорошим выбором в качестве домашней настольной акустики к телевизору, приставке, ноутбуку или компьютеру. Для тех, кто не готов к серьезным тратам, набор источников звука, актуальный Bluetooth 5.0, аккуратный внешний вид и компактные габариты, а также наличие в комплекте пульта. С удовольствием обсудим с вами Defender G18. Всем спасибо за внимание и пока-пока.